представляем главное предложение только сегодняшнего дня в рубрике «Обувь». Поскольку ожидается самая холодная зима за предстоящие 100 лет, то мы с вами встречаем бренд «Вилмор» и сапоги «Аврил». Только сегодня изысканное премиальное качество бренда «Вилмор» и самые красивые расцветки. Коллекцию представляет для вас Светлана Гарова, ваш эксперт рубрики «Обувь». С удовольствием расскажу. Конечно же, напомню, что это наш любимый бренд «Вилмор». Обратите внимание, что эти сапоги у нас полностью выполнены из натуральных материалов. Вы видите, какая здесь шикарная фактура натурального спилка. Ну и, конечно же, хочется сказать, что здесь просто невероятный объем голенища. Действительно, подстроится по любой ножке. Обратите внимание, что голенище подстраивается по ноге. Мне нравится, что здесь эти сапоги у нас являются так называемой еврозима, когда согревают наши ноги до минус 25 градусов, но благодаря тому, что в верхней части голенища у нас с вами ворсин, они не добавляют вам излишнего объема. Посмотрите, как это выглядит внутри. Вот он, тот самый шелковистый ворсин, который будет дарить вам потрясающий уют, комфорт, тепло. Вот она, та самая натуральная шерсть, которая у нас с вами в союзочной части и в пяточной части, которая греет наши ножки до минус 25 градусов. Посмотрите на качество этой натуральной шерсти, да, насколько она плотная. Ну и, конечно же, мне очень хочется сказать о подошве. Я обожаю танкетку, потому что это идеальный вариант для зимнего периода времени. Причем обратите внимание, какая она здесь красивая, как красиво оформлена, и есть дополнительный дизайн фишки у этой подошвы. Так, мои хорошие, ну что, уже давайте встречать самые красивые оттенки. Бордовый цвет у тебя в руках очень насыщенный, самый, наверное, яркий в этой палитре. Далее черный цвет, вы видите, черный прямо угольный такой, да, серпкий. И коричневый цвет, цвет капучино, цвет кофе с молоком, какао. Посмотрите, это как раз мой сегодня выбор. И, внимание, 6499 рублей сегодня цена, скидка 39%. Эти сапоги шли по цене изначально 10 799 рублей. Но мы бы не были телеканал Shopping Show, если бы не подарили вам возможность уже с бесплатной доставкой. Кстати, сразу хочу вам сказать, что наш телеканал представляет сапоги «Аврил» второй раз. У нас они были представлены ровно 3 недели назад и распроданы уже в первом часе. Света, подскажи, пожалуйста, от 36 до 41 размера какие преимущества? Как выбираем размер? Преимущество то, что здесь абсолютно дистанционная, безопасная покупка, потому что бренд «Вилмор» мы выбираем с вами размер в размер. Действительно увеличена 8-я полнота. Анатомическая колодка, когда вы обуете эти женские сапоги, абсолютное удобство и комфорт вы будете ощущать на своих ножках. Так что напомню, с 36 по 41 пока у нас есть еще размеры, но я уже предчувствую буквально, Лена, что сейчас у нас все будет заканчиваться. Слушай, Света, но ты вот такой прямо упор делаешь, Лена, бренд «Вилмор», «Вилмор», ты об этом часто говоришь. Почему? То есть преимущественно ты, да? Да, потому что бренд «Вилмор» — это доступная по цене обувь, которая должна быть и качественная, и комфортная. Это действительно так. Компания основана в 94 году, то есть уже более 25 лет успеха на обувном рынке. «Вилмор» представлен в обувных магазинах более чем в 100 городах России. Представляешь, какие объемы? Технология 3D-моделирования позволяет создавать анатомические комфортные колодки, благодаря которым достигается эффект обуви, буквально сшитой на заказ. Мягкие анатомические стельки, стельки с массажным эффектом, с ортопедическими элементами, гибкие подошвы, и все это регулируется по полноте, и все детали идеальны. Да, то есть на сегодня бренд «Вилмор» — это уже бренд, который завоевал любовь миллиона наших телезрительниц, поэтому я вам советую высокие, красивые, стильные, менее чем за 3500 рублей. Но знаете, я хочу на что обратить внимание. Раньше у меня достаточно пышная икра, и когда я выбирала высокие сапоги, то есть застегивая их, я сейчас покажу, у меня получилось застегнуть их, да, то есть до половины, мне приходилось застегивать и потом наверх их тянуть. И что было часто? Из-за того, что вот здесь сапоги были тугие,
нога сводила, то есть было безумно больно. Здесь я хочу сказать, Свет, но посмотри, сколько я вижу, места, Лена, особенно для пышной ножки. Да, ты знаешь, я тебе хочу сказать, буквально в прошлом году мне тоже моя подруга выбирала для себя сапоги, она мне позвонила и говорит: Света, я просто не могу ничего выбрать, подскажи, где брать. Ты знаешь, мне я направила ее на наш телеканал Shop&Show, и я хочу сказать, что мы специально проводили эксперимент. Посмотри, наш продюсер Алиса тоже обладает крупными формами, у нее действительно крупная ножка, но я хочу обратить ваше внимание, что даже на джинсы, ты видишь, она застегнула с легкостью эти сапоги. Мы замерили, какой же здесь обхват голенища, специально для того, чтобы вам продемонстрировать. Вы видите, что он уже изначально увеличен, здесь 46 сантиметров, а по стандартам у нас идет обычно 38, то есть, понимаешь, да, 8 сантиметров дополнительного объема. И плюс еще можно дополнительно вставить руку, да, тогда мы понимаем, что действительно объемы просто невероятные. Самое главное, вы посмотрите, когда какие разные образы у нас, это и юбка, и платье, и джинсы, то есть они идеально подходят. Но знаете, что тоже важно? У меня были сапоги Еврозима, и первый раз, когда я их надела, знаете, из-за чего я переживала? Я переживала, что вот здесь ножка, ей будет холодно, но как только первый, второй там месяц прошел, я поняла, что это было верное решение, потому что на работе даже часто я не снимаю сапоги, а мне в них комфортно. То есть если пальцем тепло, в пальцах минус 25, минус 30, то моей ножке тепло полностью. Ты абсолютно права, Леночка. Да, самое главное, чтобы ваша стопа была в тепле. Вот здесь у нас евромех, да, где у нас союзочная часть и пяточная часть выполнены из натуральной шерсти. Натуральная шерсть – это идеальный материал для зимы. Действительно, минус 25 градусов сохраняет тепло, обладает высокой теплоизоляцией, хорошо впитывает влагу и сохраняет здесь тепло. Вот эти сапоги, минус 25, минус 30, вы можете смело их обувать. Но еще хочу сказать, что помимо того, что натуральная шерсть обладает всеми этими свойствами, она еще обеспечивает нам микромассаж, который будет как раз-таки нам также дарить абсолютное тепло. Вот она, та самая шерсть. И еще сразу хочу показать танкетку, которая у нас здесь в этих сапогах. Это прекрасная альтернатива очень каблуку. Удобные, да. Для зимнего периода времени, я честно тебе говорю, идеальный вариант. Почему? Потому что, во-первых, пяточная приподнятость у нас с вами 4,5 сантиметра. Нагрузка всего тела распределяется полностью по всей подошве. Поддерживается свод стопы. Это очень важно. То есть удобство, комфорт, здоровье. И вот он тот самый безопасный рисунок протектора, который обеспечит вам идеальное сцепление на любой поверхности. Это высокие, стильные сапоги, которые вы выбираете для себя минимум на 10 лет. Это лучшее предложение от бренда Wilmer. Выбирайте сегодня, а носите минимум 10 лет. И неважно, какая зима, вам всегда будет тепло.